Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 10 октября 2013 года. День недели у нас четверг. Время сейчас около 21:00. Я только-только иду домой, точнее, я уже дома, в подъезде, да? Хотел на улице заснять, но там, блин, люди сколько гуляют, нереально. Особенно на моей любимой детской площадке, там тоже. То с собаками, то с детьми, блин, 9 часов вечера. С людьми, с детьми ходят, гуляют, блин. Ну, видимо, из-за того, что погода на улице теплая, люди дышат свежим воздухом. Ну, в общем, там было занято везде, под каждым фонарем, в общем, люди ходили. Ну, мне, конечно, я ж немного стеснительный паренек, да? Поэтому я теперь, точнее, сейчас записываю в подъезде. Здесь вроде как поспокойней, людей нету. Вот. Ну, видите, я еще это в рабочем одеянии, скажем так, галстук, да, белая рубашечка. Так, день сегодня прошел у нас в рабочем ритме, весь день работа. Главное событие сегодняшнего дня было после работы. Что-то созвонился с Димоном, с коллегой бывшим, и решил к ним сходить в гости на их новую работу, да. А там моих коллег бывших немерено. В общем, я там у них уже был. По-моему, в августе я у них уже был, да, видео будет в конце того самого дня, когда я у них был. Так вот, смотрите, как выглядит здание, в котором находится их работа. Даниловская мануфактура. Опа. Да, вот так она и выглядит. Красота. Освещение бомбовское. А когда по трассе едешь по Варшавке, да, так вообще красотища освещается. Красотища. Вот так вот, вот. И внутри там непередаваемое ощущение, когда вот старинное здание, да, и под современный лад отделано там. Ну, как-нибудь засниму обязательно, как буду у них в следующий раз. Вот, увидите. Ну, как бы, это главное событие сегодняшнего дня. Вот, погода стоит шикарнейшая. Прям, как она называется, бабье лето, да? Бархатный сезон почти. Блин. Плюс 12, плюс 15. Погода называется «Сходи и погуляй». Вот так вот сейчас шел, не холодно, красота. Вот, как бы на этом все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Arrivederci.